конце концов, все вы будете служить мне. Минус один. Так что ты вводить на рога не пойдешь? Так дороги еще пресса нету просто. Не киданул, Димон, еще хотел собрать рейд, сделать кучу скринов, самогон в рейде, ну ты поц просто. Затем снова, сварм. Нет. Почему у нас нет роги? Почему самогона не щупается? Ну зайди на рогу, че ты, блядь? У меня нет роги, я продал. И щупалится. Кэта, отверните, пацаны. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. А БДК это кто? Коля. Дима, давай ты зайдешь на протокол. Возможно. Жесть, ты быстро разговариваешь. Просто зайди, Дима, на протокол, ну чё ты думаешь? Дима, сейчас приду, блин. Это всё из-за чего? Из-за роги? Пусть вызовет на рогу, всё, вот тихо, рейд. Ты зайди, ну, меня... на протокол, ну я тебя прошу, пожалуйста. А зачем? Зачем? Виталик зашёл на рогу, и всё решится. Войт может зайти на рогу, и всё решится. Виталик тогда зайдёт на сову, потому что в рейде не будет совы. Во, Виталик зайдет на сову, пожалуйста, ну может ему там надо какая-то шмотка, ну Дима, не гони без. Ну а Роби не будет. Пусть Войт просто зайдет на сову, зачем нам два кота, блядь, чё ты мудришь? Ну потому что есть сова сейчас, а Роги нету. Ну и кот есть, а Роги нету, и у нас два кота. А если Виталик зайдет на сову, я зайду на кого? На протокол, да, а вы на рогу, да? Не втыкает. А не втыкает, зачем она тебе надо? Никакого тебе класса не хватает, если что, протопал тебе понадобился. Для чего? Да, мне все хватает, вы там что-то решили, чего вам что-то надо. Если бы ты зашел на сову, Дима на протопала. И ничего бы не поменялось. Да, ничего бы не поменялось. Ну. И то. Ну, вот, я поэтому говорю, у Войда есть рога, и у нас два кота в рейде. Во, все правильно, роги как не было, так и нету уже. Даже если Дима зайдет на протопала, я на сову. Давайте сделаем ему скидочку, пусть пробуем, давай он зайдет на сову, ты на. Не-не-не-не-не. Виталик на рогу, а ты на протопала. Вот и все, все решится. Да совы не будет. Сова будет. Что ты гонишь? Будет умирать на каждом боссе. Не будет умирать на каждом боссе. А если не был Валька с Не, это бич сова. Единоп... Сейчас я тебе ФПМ, я тебе ФПМ сейчас хочу напишу прочитать. Короче, давайте кикнем Войда, доберем Пугорогу. Короче, могу я собой. Давайте самогон зайдет на кота, вводит на рогу. А у меня нету кота. Не сделаю. Так у меня шмота нету, блядь. Ну, два КГС, там для бабок. Так, пацаны, если вы сейчас соберетесь, я накину каждому по 100 ЕП, если вы сейчас преклоните колени перед одной классной фигней шкаф, поставьте, пожалуйста, вот. Ты чё, шлюха, что ли, блядь, преклонять колено за 100 ЕП? Вон там ты еще, подай ЕП, кудел. У нас два кота в рейде, блядь, два кота, и не хватает роги. Как ты думаешь, что нужно логически? Да, есть рога, у тебя есть рога, и ты идешь вагонистым варом, а воет лучший кот, чем твой вар. Вот так. Согласен. Короче, ни в чем суть, ребята, кто меня сейчас слышит в РК? Сейчас поставлю щупальцу, все преклонят колени, и я делаю скрин. Давайте в темпе. Давайте, ебашьте колени, пацаны. Что прописать надо? Прописать как? Колени. Слышь, колени.
нужно успеть достойно прожить, но не бежать по ней безоглядно, а просто любить. Кого-то любить. Чё? Я на сову пошёл. Ты что на сову? У нас 3 вара, блядь, 4 вара на. Чё? Ну и то пойду на сову. Какая разница? Я тебя взял в вагонец с варом, чё тебе не нравится? Блядь, пойду в вагонец с совой. Ебать. Сиди на варе, чё ты, блядь? Ай, самогон и псих, сованы, где-то такое уже видно. Тыкайте, блядь, и берите. Чё, Дима, зайди, заходи на бурст машин. Да иди, могу зайти и варм сам этих рог котов кикнуть, зайдёте кем-то привину. Дима, ты зайдёшь на бурст машин? Я не раз трогал, слишком долго. В смысле, ты не можешь зайти на бурст машин? Не, я аккаунт просрал. Я пойду сам. Да, ну не гони, ну зайди куда-то, чё ты гонишь? Зачем тебе рога? Кто тебе умоляет за эту рогу в рейд? Объясни. Там плюс 4% к мили дамагу. Кот будет дамагу. Всё, удачи. Ой, я роль не кота. А найдите кем хотите, всё равно мы всё это убьём говно. Закинь меня в пятой пати. Верена бафает всем кресты, Маосоликс бафает всем кулаки, Экзайт бафает прота и Смарт Кью бафает каски. Дайте, пожалуйста, баф. Кой вара ФК? Ник, где он? Пулпер. Не скидывал еще ни с кого ЕПГП. Я скидывал, не умирай. Я, короче, волю ролю пойдешь рогой теперь? Воль. Чай доберу рогу. Вот. Паша, ты нахер тебе тут рога? Бери там дэшник какого-то и пошли уже в ЦЛК. Сейчас я думаю, кого взять, кто тут есть. Волкер хотел. Волкер, о, Волкер зашел, все, суманьте, Волкер. Сулик, зайди в РК. Дима, кто кидает кулак? Сулик, но он сейчас мертвый в дуратории, походу его зомби убили. Дуратори, мы сегодня идем фармить эти руны сраные. Ой, блядь, Джерен, скажи еще раз дуратор. Да, этот пал еще с дебафом. Каким дебафом? Который на 10 минут минус 75%. Да насрань. Хуя ты ирдру взял мощного. Или хилила. Пофиг, нормально жду. Я там стараюсь теперь девушкам лояльно относиться, так что беру, кто присылил. Это мальчик. Все кик, да? Говорит, стараюсь, да. Теперь уже. Ты куда-то на курсы записался, что ли? Маусоликс, ты в РК? Объясните, Тэма, ты тут? Что еще за пацан? Да меня его уже, он давно фукашит.
кикай его и пойдем так. Потом доберешь, если что. Походу он пришел. Андрей, не заходи, не заходи. Взял слабость после воскрешения. Могу ретрик. Какой ПР, кстати, на багруху? 80 с чем-то. Если так сейчас не забирает, то 78. Квадропедра 126. А тебе надо фугасаку? Да, мне шамана последняя шмотка хапала. Так у тебя же есть багруха. Чё? У тебя же есть багруха. Нет. Пропал. В смысле пропал? У тебя одета на шее багруха. Дебил, хэпалу, холи паладину. А, холи палу. Тим, бери там ретрика 5.7, или кто там хотел, или рога какой-то, кика и малосика, что там. Подожди, ща, я могу занять шумана. Давай ретриком пойду, слышишь? Я могу на ретрика 6к дать. А я могу на ретрика 6.9 дать. Ну да, нормально. Еще ретриком, да? Заходи. Я теперь не могу. Холибал есть, если что, да? Да, там есть. Хорошо. Так, посмотрим. Там у тебя с ПР. У тебя ПР не минус 4, а 4, да, ты можешь ролить шмотки. А чё, блядь, бывает минус 4, нахуй? Знаю. ЕП минусуют, когда, короче, понял. Ты будешь бафать эти кулаки. Что, я? Да, блин. Это был дефис, ладно. Да самогон не пизди, блядь. У меня с обычки, блядь. Кому ты, блядь, пиздишь, блядь, тварь? Тебе. Заходи к Верене на рогу? Да, Верена, заходи на рогу, а Ваня, ты будешь хилить. Смотри, ради логи, я что сделал. Блядь, Дима. Ну, бля, ну... Чё-то вот это хуже. Плохо, когда у тебя куча перцев, блядь, кто бегает туда-сюда. Угу. Слышишь, ралли таким? Я не понял еще раз. Дайте столик, маги. Ирена, а где твой рог? Просыни. Захожу, Минатрикс. Да все, дальше, спасибо. Вон, гильчатка своя. Все, теперь есть рога. А ты что-то дашь этим рогам? Ну, здесь 6к ДПС и со скопом 100% арт. Смотрите, еще раз говорю, теперь наоборот, экзайт бафает всем каски, смарт кью кулаки и точняк манурек, все. Блять, так какая разница, там ретрик все равно. Выйти, я МП5 разбафал уже. Не сядут по мане. Я каски всем дам, ретрик дал уже кулаки всем. Кстати, чек на пул, Влад... Ты же понимаешь, что там висят мои каски, да? Да, мы блин. Без крестиков. Ваня, дай МП5 на себе. Сейчас. Дай там пристабаф, ап, интеллект. Влад, дайте пока ту 10 минут.
кулак и лапу по разбойнику. Кулак по разбойнику, каску по разбойнику. Это еще раз чек. Сколько меткости себе надо? 12? Блин, Влад, что тебе не хватает? 10-1. Тут 12. Все, Коля, начинай. Стойте только в огне. В принципе, стойте, полепал нормально. Капец ты. Не бейте, босс. Беги, малышка, беги! Кстати, бейте босса. Гимн на хп, пой сами, квадропед. Конченые шипы. Бейте шипы, я с конта разобью. Гимн на хп, пой, Волкер, гимн на хп, давай. Надо никого барить, добивать. Прайм, сбегитесь. Такой рядом разбейте, но я еще их похлебу. Конченые шипы. Конченые на магере, который не бьют, да? Да. Нет, сука, шип! ДПС спал, да? Кольцо бесконечного лабиринта надо кому-то? Кольцо бесконечного лабиринта офспек. Кольцо бесконечного лабиринта 10%. За 10% забер, хотя бы. Мне на ух надо. Быстро базаришь. Пока начисляется, оповещение выключено. Можете глянуть в журнале. Кольцо костяного Койлос. Какой нахуй кулак? Ты бафаешь всем кулаки, ты понимаешь это? Паладин, ретрик, блядь. Фу, не раздражай, пожалуйста. Наручи 10% сразу. Надо кому-то. Погнали, блядь. Виталик, я тебе кидаю шмот. Слушай, Виталик, что тебе за трансфут на башке такой стрёмный? Трансфут уже, ебали. Это не трансфут. В смысле, ты что, такой бомжовый? Ну, нихера себе, это какая триня. Триня, блядь. Ну, я имел в виду токен этот, попробуй еще выбить. Я ревок. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Да, я сливал тебя. Слезьте за трансфу. Короче, WhatsApp, если что, можешь не стакать этот раскол, я буду стакать по КД, потому что я так базарю, не смотрю на этот аккаунт. Так что можешь там, чтобы на КД не терять, не стакать. Именно из-за того, что ты базаришь, да? Да, ну я не базарю, там типа не прожимаю иногда кнопочки, я привык, ты знаешь, типа выжимать все из перса, так что такое. Я только на сутки попробую. Данила, обещаю, что Сову попробует, короче, отклушь вот эту секунду. Да. По идее нет. Я не проверял, но не должно. Но у меня сейчас, короче, отлуш пробовал бешенство. Жмут, Саня, спекнись, пожалуйста, на этом боссе в лице. Квадропед, распекнись на этом боссе в лице. Паневырка. Она от прямого дамага должна пропасть? Да.
Она, походу, еще и за вихрь прок. Ну хуй, я стоял в луже, короче, на несколько секунд, у меня прокнуло бешенство. Это во время вихря или... Никак? Нет, это просто в луже. Я понял. Так, квадропедро в ДЦ на этом боссе. Дорн, одевай танка шмота, одевай танка власть. Будешь танчить вместе с Энсимилией слева и протопал справа. Все милики бьют слева, все РДД бьют справа. Вы на пул давайте на Дорна, а потом на Энсимили. Чекнем баку готовность. Секьюрити что не хватает? Ну, мне пробахайте. Перебы дайте. Ничего нет. Бери сразу. Нету приставбафа или... Она не говорит, дайте приставбаф, почему я там смотреть, и манури, не манурять есть, и все. Инту, инту по шаману дайте, пожалуйста. Хардкил. V5 под руинам дайте, пожалуйста. Смарткью, ты тут? Все, все тут. Квадропедра отпивает ману, секьюрити там отпивает ману. Ну что вы делаете? Кто это сова запустил? Самогон, это ты? Это не я был, я не запускал босса. Это не сова запустили, как другой. Идите все трэш. Па, притяните там. Пайте свечами сбьем. Ебать. Смотрим контроли, значит будете раздавать контроли, контроли Дессеру, Дессеру контроль, док, и Дорну контроль, и доктору врачу контроль. Чуть, блядь, себя не ваншотнул, ёбаный. Мне Дорн хотел, блядь, шрам. Собьём пока, бьём босса. Давайте в трэш. Дестера контроль, Сенсимилию не надо контролить. Бейте босса, Дорн, иди лови босса, Дорн, иди лови босса, добей ЛПшку, Мелеголас на пол на Дорна, Рога Верена на пол на Дорна. Чё, Верене на пол на пол? Дорн, своди босса вниз, бейте трэш справа, справа, слева, слева. Ману, доктор врач, самогончик поднимай доктора врача, доктор врач, ты встанешь, сразу ману зальешь, секьюрити будет бист, заливай ману, лизни тата. Если тебя залил случайно. Раздет, никого не контрольте, это все танки, вас не убьют. Смотрим духи, духи вышли, духи слева, осторожно, духи слева. Ракшас, прожми, прожми, чат. Монаху, с глыбу прожми, вход в тень прожми. А чё ты, Коля, не... А, ты тебя брал в контроль, я понял. Бесный Дестера? Да, бесный. Пас, ну притворись мёртвым, ну чё ты? Как это так, на ханта идёт трэш, такого вообще не должно быть. В мишку, да, самогон, в мишке танчи, танчи, бейте трэш слева. Скидывайте самогона, дайте графиту контроль, файтер лолу, дайте контроль. Сейчас, беги, Коля, чё там тебе по агро? 800 позиций, блядь, ещё 3 места, надо. Ты Ганас напуливай, пока Дэна с Инцинимию, чё ты за фигня, Рога напуливай, то чё вы гоните? Зубы квад... сами квадропедра. Понял, бейте босс, осторожно трэш, законтрольте Минатрикс и квадропедру. Не убейте. Сука, ебаный щит, бля. И трэш слева. Трэш слева. Сбил жабу. Духи смотрим, духи смотрим, смотрим духи, вы трэш.
4 стака уже как бы. Да я вижу. Напуливайте на сенсинину. Еще раз что ли? Там если напуливать, то на тебя идет уже все нормально. Смотрим будет. Агро охотника идет на тебя. Забейте на трэш, бейте, просто босса добивай. Эти контроли, фернить. Рост как бы там. Не-не-не, давайте, давайте. Вот, да. На все воля господина. Ваша смерть. Так. Холипаловские руки, кольцо или ботинки. Против холипаловские руки. Все, осколки падают или нет? Я вот эти руки взял бы за бесплатно. Нету бесплатных вещей уже. Руки 10% надо кому-то. Понял. Кольцо. Кольцо в спек. Кольцо 10%. Сапоги, майн, сапоги в спек, сапоги 10%. Я отойду на 2 минуты. Давай. Ой, это у тебя что, рук нету кожаных? Усмиритель небес. А какие у него латные? Да не, с духом. Нонсет, я имею в виду. А то у него типа грудах нонсет не идет. Да ты че, это же фулбисный кот. Альянсу тут очень много. Капитан Саутфанс будет рад видеть вас на борту молодого. Ну есть и чё. Я просто спросил, а чё ты их не ночь? Ну а какая разница? Ну не знаю, типа грудак будет пропитнее-то 10, чем это. Ну грудака нет. Ну, ладно. То есть, что ты, медведя, себе не хочешь сделать, то никто наезжать не будет. Кого сделать? Медведя. Ну нахуя он надо его? Надо кота сначала собрать. Ну, медведя, это проще. Ты что, угораешь? Как проще? Кот с духом, медведь с интеллектом, везде капы собраны. Не, ну представь, собирать шмот на танка, когда кот не собран, ну зачем? Ну так, шмот-то одинаковый, а... Медведя легче собрать. Смарт-кью, Волкер, почему у меня ничего не написано, 200 кп уже оба заработали. Самое легче одевать хилов, потом танков, а тогда, конечно, сложно. Ага, один холипала, посынимешь. Кто хочет, садитесь в пушки, кроме танков и хилов, я запускаю. Джерин, отойду позвонить по телефону фастом. Я тоже отойду в туалет пописать. А вот Starfall в миле, короче, дамажит больше символом или за счет чего он дамажит больше? Уровень заклинания. Там какой третий, по-моему, самый максимальный, он больше всего дамажит. Чё третий? Да я просто не слушал, что ты говорил, и поэтому я спросил. Кто хочет, кроме танков и хилов, я уже не сказал, да? Ну, звездопад 3 уровня дамажит лучше, чем звездопад 2 уровня, так что получаем. Какие-то бафы на сказку, эти пушки, вроде можно бафы регистрировать какую-то пушку. Давайте приведете за 2 мага, я накину 500 хп. За 2 мага, не за 3, а за 2. Такое вообще бывало? Да, один раз. Кстати, когда да, в пушке сидишь... Да, один раз, я помню точно. Когда в пушке сидишь, мили 3 не пропают, короче.
ты умрешь. Знаю, в комнате Блича тоже прокает и Талик, и все хрени на СПД, кто-то никого не бьет. Заморозка скоро. Коля, перелетай. Перелетай и убивайте мага. Первый маг пошел. Прилетайте назад, Коля, перелетай. Пошли нашим бей. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Оружейники, огонь! Что-то вы пушки ничего не можете. Там все типа... 50 тысяч дамажит, когда мы уже 250 на дамажит. Да блин, я один раз перегрелась. Второй маг пошел. Калина, если бы дамажила так же, как и мы пушка, то мы бы перевели ее. Всё, ладно, тихо. Да я тебе ничего не предъявляю, что ты говоришь. Огонь! Ну просто, блин, был 91%, я ещё хочу поднагреть, она мне предъявила. Так не надо на 91 возряжаться, ну, 89. Вот 89 это край, если у тебя 91, отпускай до 89 и еще одну ручку. Я запишу этот край. Вон, я сейчас с 89 пульнул, у меня было 99 ради. Мне кажется, это хорошо для гайда. Ну чё, два мага или нет? Да. О, хорош, два мага. У нас всегда два мага. Слушай, я сразу накинул 500 ЕП. Вот сразу всё. Ты какие 500 ЕП? Не выёбывайся. Ладно, если за одного мага, блять. Да. Старались. Просто 1-2 нажимали? В смысле, я летал на тот корабль, чаржился в моба и вливал. Да, что ты делаешь, леди, мне вообще не интересно. Он пошел туда в жопу. Это сапог. Дайте, пожалуйста, рыбу. Сапог, надо кому-то. Ну давай. Сапог, ребята. Ну типа 50%, 10%, надо кому-то сапог. Обновите каску по багам. На 10%. Только на левую ногу или только на правую? На среднюю. Рогати, надо пушка? Злана. Рогати, надо пушка? Да, нужна. Как твой ник? Не на 3, 4 пати. Но. Я не люблю удачи! Что, блядь? Бля, Ретрик, дай кулак по багам. По-моему, все любят драники. Что-то драников захотелось, надо будет завтра сделать. Это что, это мутант, что говорил? Виталий, дай, пожалуйста, раздеть и ступни, и накинь там 10%. Это был Вольт младший. Плащ не было. Цел и чист. Если можешь. Ну ты пришел, Коля? А Ирмак, ты где? Че запустил эту парашу? Самогон, я что написал, он дал, он это съел. Ага, рассказывай, да что. Коля есть, все нормально, Коля есть. Короче, я бью трэш, пацаны. Тоже там бейте трэш. Даем пацанам проверить ДПС, кто ДПС. Погнали. Фу, у меня КД на рос. Талик, выбери. Давайте бьем трэш.
кружочек. Чё её ХП будет? Метр я шуду. Так глянь, ну сука до сих пор ходит. Только убили. Пацаны, прикалываетесь? На, канал тебе шо там, прикинешь всем. Дорн бей трэш, Минатрикс бей трэш, Серсея бей трэш, не бей босса, Графит бей трэш, Ёлка бей трэш. Все бьют трэш, ёбана в рот. Нормально так ДПС потестить. Приятно, блядь. Полков, спой, пожалуйста, Дим. Там просит уж. Слышь, почему стрелка в таргет? Фокус, точнее. Ты бей трэш, когда глыба прокает. Я знаю. Он вызывай мобов, Дорн. Бейте трэш. Ча бы молодость вспомнить, как на сурке вайпались. Охуенно, не захилили метку, заебись. Может и пойдем, пожалуйста. Доп КП. Пойдет, не буду бейт. Тут трэш сейчас, переключитесь все. И палца куда-то. Когда у вас метки, не бейте, трэш, ничего не бойте. Тут у всех метки. Бейте. Бейте, трэш. Тут 8 меток в рейде. Чёрт, тотемы дайте, шаманы. Серсая, пой, гимн на хп, Серсая, гимн на хп, пой. Не надо, она сейчас будет говорить, я гимн спела. Пой, гимн на хп. Да, а гимн на хп. Я уже спела. 5 секунд трэш. Знаю, короче, я сейчас верну трэш, бейте босс. Ваня вспомнил молодость? Да вообще, как два года назад в адепте. Чё вы гоните, я ж, блядь. Добивайся, сука. По новой. Натрикс, ну ты же не дамажишь, ну что это за хуйня? Зачем мне твой дамаг и ты не бьешь трэш? 27к, ну ёбана в рот. Сука. И трэш рогай. Ясно. Интересный рейдер. Скажи мне, Минатрикс, зачем мне твой тупой дамаг 11к, если ты, блядь, не дамажишь и не бьешь трэш? Лучше бей трэш. Лучше бы на хэпале оставался. Сейчас мы ставим. Хороший тамада и конкурсы интересные. Нашел до кого доебаться. Блять, даже у кота, которому намного сложнее переключиться в этот трэш, 43к. Ну, Минатрикс, что это такое? Там даже у Войда 61 тысяча. Не, ну Войд только за ними бегал, блять. Чё тебе надо, Лёша? А сейчас типа заново 40 надо запускать? Я думал, он дальше так же стоит. Да, походу обнова какая-то. Чё я в разик аспекты там в трюм покилить, трэш позаливаю, им помогу. Ну да, с хилом проблем не было. И трэш просто не заливали. Надо было с собой идти просто нормально. Аливал. Может аэрмага поменяем? Да. Когда профитно давать звездопад с пула, либо под первый трэш? Трэш.
Всегда. Ну это пофиг не для рейда, а для ДПСа. ДПС. Я охуенно дал Старфол, блядь, по трэш, и просто меня ваншотнул. Я тоже. Да нет, я вроде на РНЖ стоял. Ну вот, смотри, я вот тут стоял. Вот там танки виноваты, он долго в стороне ходил. Дайте шкаф, пожалуйста. Прям кните по трэшу, пожалуйста. Там я один лоб, человек 4 или 5 убил. Просто ходил с боку рейда и убивал. Мне кажется, проблема не в ДД. Проблема в танках. Да. Ну да, старый трэш до нового трэша живет, проблема в танках. Мне кажется, мы что, пацаны, гоните, у меня рага еле копится. Какого хуя? Я первый. Потому что два кота. Дайте слона, пожалуйста. Либо Джейвса. Ну, дайте шкаф сейчас у меня, пацана. Чё ты, ну, этот, самогон, чё ты рассказываешь? Рома... Короче, называй, кто бьёт трэш. Называй, кто бьёт трэш. Волкер. Файтер Лол, я, Ёлка, Графит, Серсея, Войд Бист, Минатрикс и Ретрикс Смарт Кью. Все остальные трэш может быть не бить. Если я увижу, что в этих будет меньше 300к, которых я сейчас назвал, я накину вам МГП. Ты охуел, что Джерри, он сейчас бы фаермагом охуенно бить трэш, да? Я релогнусь. У нас 4 шипы. А, доктор врач, ты тоже бей трэш, не расслабляйся, я забыл, как его звать. Глыбу разряжай по трэшу. И все. Че ты говоришь? Ну, глыбу разряжай по трэшу. Да это я знаю, да я не смогу, блядь, 300к нахуярить. Джерри он какую-то хуйню несет, блядь. Так запросто. Тут ты не пробовал даже никогда, мне кажется. Пробовал. Не, нафиг будет так же самое будет, если как сейчас, то набьешь. Нет, если как сейчас, то да. Да сейчас, блядь, люди нахуй не захотят ГП получать, сейчас трэш будет быстро сливаться, блядь. Если как сейчас, то он умрет, как бы. Сейчас, по идее, должны трэш нормально сливать. Сам придумал. Да не, обычно. Нет, если бы Джерри он дал ГП, то он сливался бы сейчас нормально. А кому давать? Не знаю. Тем, кому первый раз танковал во время боя. Ну, давайте типа АДК, который второй по трэшу, совы там вообще нету. Я, у которого рага еле прокает. Сдохли сразу. Звездопад мы умерли. Сейчас не будет звездопада по трэш. Да, причем тут два бича, что за коммунити? Ну я не знаю, Джейми не умирает, он 400к в трэш собой давал. Ты тоже давал 400к в трэш собой, это зависит от танков. Ты понимаешь, он ходил по рейду и просто убивал. Это все фигня. Это видать. Гильдий человек 600к дал. Я не помню. Это Войд виноват, потому что он котом. Схема протопала виноватый. Протопал виноват, да. По-моему, это виноват хуй. Путин. Злой. Путин. А что у нас в Украине? Путин в каждой бочке затычка. Чуть что так Путин? Да-да-да. Самого на щупальца не упало, это Путин виноват, короче. Все, давайте. О, даже катить не буду, не ебет вообще. Захиливает его. Там войско на когда? Три войска, если нет.
Эти трэш. Последний трэш, да. Так и не бейт. Тебе отойду. Тваренка придумал. 5 войд, я тебе магом 5,9 просто унизил. Ай, пизду. Его не только ты унизил, его все унизили. Мы похороним тебя. Перовски забывай воевать. На гранде. Забывай. Жопа, да? Я случайно так сказал. Кто там выше по пару? Может, отсюда? Какой божеством? Там Волкер, Экзайд, да, Волкер выше, да? Не отрекайтесь от меня. Клинок. Клинок надо кому-то. Пошли на Синдру, слышишь?